В Петрозаводске прошел всероссийский полумарафон «Забег». В этом году в нем поучаствовали около 1000 горожан, в их числе и глава республики. Каждый участник получил памятную медаль и футболку с логотипом мероприятия. Спортсмены пробежали по центральным улицам города. От площади Кирова по историческому центру Петрозаводска, через скверы и парки по Онежской набережной и обратно. Можно было выбрать бег или скандинавскую ходьбу на дистанции в 1, 5, 10 или 21 километр. Возраст участников забега от 2 до 93 лет. Поддержать их пришел глава Карелии Артур Парфенчуков, который уже не в первый раз принимает участие в полумарафоне. Вместе с другими спортсменами он прошел 10 километров скандинавской ходьбой. Скандинавская ходьба, она, конечно, универсальна, потому что при беге работает где-то 50% мышц, а при скандинавской ходьбе, тем более вот с нагрузкой, больше 90% мышц включается. Это все увеличивает кровообращение сердечной мышцы. Поэтому я, честно говоря, очень рекомендую тем, кому за 40, все-таки, ну и потом все-таки нагрузка на позвоночник меньше, на кости, на колени. На площади Кирова спортсменов поддерживали петрозаводские хип-хоп-команды Dragon Space и школы брейк-данса «Северный регион». По площади ходил талисман полумарафона «Белый медведь», с которым можно было сфотографироваться.